Всем привет! Мы продолжаем проходить Resident Evil 5, это шестая часть, последняя часть, которая будет длиться час, точнее 50, от 50 минут до часа, вот. А следующая уже будет полуторачасовая. Мы в прошлый раз прошли некую деревню в Африке, вот. И сейчас дальше мы проехали на лифте, неизвестно, что там дальше будет. Глава начинается 3.2, посмотрим, что будет. Скорее всего, мы пройдем ее и будет уже дальше 3.3, потому что где-то часовая. Прошлый брал, значит, это тоже так же где-то. Вот, что могу сказать. Окей, погнали, старт. Resident Evil 5. Я думал, я один раз нажму опять, но очень непривычно это. Сокровище продать. Очень неплохо по продаже здесь получается, да? Ого, он стоит. Мы можем наконец-то неплохо прокачаться, походу. Ну, это ерунда. 4000. Ну, блин, очень неплохо мы денег заработали сейчас, хочу сказать. Что могу сказать? Я бы у нее это забрал. Пускай с пистолетом дерется. Ну, смысл какой? Какой есть смысл этого оружия брать? Тридцаточка туда уходит. Я, наверное, все-таки СВДшку возьму, деньги все равно есть, какая разница. Угу. Мало, да? Дипломат, конечно, из первой части помогал прям дико в этом плане. Сейчас вот куда я снайперку положу? Куда? Ей дать и запретить стрелять? Ну, как вариант, в принципе. Шокер, не знаю, зачем нужен. Можно дать ей патроны такие, а там еще насобирать, если вдруг у меня что-то кончится, в принципе, да? В принципе, да. Таким образом, даже вот так, наверное, сделать. Вот так, наверное. Тут, наверное, денег стоит это улучшение, обалдеть. 1700 урона. Безумие. Но это против каких-то сильных противников. Прям очень хорошо бы заходило. И денег, в принципе, навалом можно прокачивать. 3000. Thank you.
4000. Блин, 2000 урон это жопа, конечно. У нас больше всего патронов всегда вот здесь. Давай ей тоже улучшаю, наверное. Потому что больше всего патронов именно в пистолете обычно. Здесь уже не хватает. Почти максимум, кстати. Таким образом мы сможем экономить еще место. Видите? Почти вся вот эта обойма может поместиться здесь. Это очень удобно. В принципе, ей пистолет очень хорошо улучшил. Пускай она с ним бегает и стреляет. Ну, хоть что-то будет польза какая-то. Блин, надо по одному патрону улучшение, это, конечно. Ой, блин. А тут как вы будете улучшить, если... 45-55, ну, кстати, очень неплохо будет умещаться, да. Тоже можно было бы улучшить потом. Но деньги стали появляться, это уже плюс, и мы можем что-то делать с этим. Потратили все деньги, и это ушло на это 6,5 минут. Место казни, что бы это ни значило. Я не очень люблю локацию вот эту с деревнями. У меня, кстати, тоже дождь идет сейчас. Ой, блядь, я уже понимаю, я же ощущаю все это. А меня заметили, да? Нет, не заметили, это хорошо. Браво, шот. Тупорылый, обалдеть. А, видимо, стрельба пойдет сейчас. Здорово. Пошел нахуй. Было неплохо, кстати. Что? А, это же... У нее бронебойность дикая сейчас. Упс. Здорово. А, там у нас стрельбу. Стрелок. Стреляй. Вот и все. Идем дальше. А кто остался жив, что музыка-то играет? А, вижу.
Док? Вроде да. А, нет. Вдох. Так. Так, вон там еще не полутали. Денег, конечно, обитает много вот здесь, вот в этой игре, в этой локации. Но понимать, что куда, я довольно бесит. Фига себе, прыгуны. Хера, хорош. Ну, у тебя и патроны теперь. Безумие какое-то. Надо теперь в ту сторону переться, чтобы открыть дверь, так понимаю, да? Come on, take it. Okay. Так, а что делать-то? Любезно, не коврики постелили, чтобы удобно было прыгать. Что смотреть-то? Шева. Роджер, get on the raft, and I'll turn the crank. Ну, я и хочу это да, сделать, да. Все верно. Поехали. Ну, посередине надо встать, и все будет хорошо. Воу. А, это quick time, который должен быть почему-то вот убран. Погоди. Я хер его знает. Видите, тут нету этих кнопок. Ну это же бред. Я вообще делать ничего не могу и смотрите. Они один раз поставили это. То есть из трех попыток он один раз нужно нажимать? Серьезно? Не, ну это пиздец. Это очень удивительно, как так можно было придумать. Нет, а как я прошлый раз у меня не появлялись они же даже.
мега странно. Ну да ладно. Обалдеть, конечно, показал, да? Я, наверное, просто ходил, и он не мог меня поймать. Может, поэтому так? Кусто кто-то есть. Рисо? Они же нас финансируют. А что ты им забыл? Лагерь типа 3. Полевые испытания. Прошло интерес первоначальных полевых испытаний Плагос типа 3. Тип 3 сопроектирован с целью добиться значительного повышения физических характеристик по сравнению с предыдущими версиями. Первоначальный класс Плагос имел особый вариант, известный как Центр Плага, который давал носителю повышенные физические способности. Эти варианты выпускались в ограниченном количестве и всегда вызывали значительные физические трансформации носителя, а потому использовать их было не всегда разумно. С коммерческой точки зрения это нежелательно. Вся задача и запрос потребителей в том, чтобы создать суперсолдат без побочных эффектов. Зачем суперсолдаты, если, в принципе, они не с кем воевать? Зачем? Другие группы в настоящее время работают над созданием аналогичного Лас Плагос продукта для коммерческого применения. Но с учетом воздействия Лас Плагос на носителя, его разработка также представляется целесообразной. Другие методы могут давать суперсолдат более высокого качества, но до той полноты контроля, которую дает Лас Плагос, им пока далеко. Имплантация гена центра Плага в базовый Лас Плагос позволила получить новый тип Плага тип 3. Считается, что если довести тип 3 до ума, он станет новым стандартом на рынке биооружия. Но до этого еще, но до этого дня еще далеко. Последние полевые испытания выявили целый ряд проблем. Главный из них — высокий уровень отторжения. Для взрослых мужчин и мальчиков-подростков уровень отторжения составляет около 8%. На уровне обычного Лас Плагос. У женщин и маленьких детей обоего пола тип 3 отторгается в 100% случаев. А, ну это объясняет смертность там. Эти обескураживающие результаты говорят о том, что в нынешнем варианте тип 3 к продаже не пригоден. Кроме того, поверхностные мутации неизбежно приводили к летальному исходу. Считается это следствие динамического влияния гена центра Плага. Однако испытание дало и положительные результаты. В плане физической возможности имеется явное улучшение. По крайней мере, мощность прыжков носителей значительно возросла. Еще один момент мы не предвидели. Носитель увеличивается в размерах иногда до 3 метров в высоту. Возможно, это также влияние гена центра Плага, но рост в пределах приемлемого. Данное полевое испытание не принесло всех желаемых результатов, но счесть его полным провалом тоже нельзя. Возможно, удастся использовать собранные данные для улучшения параметров следующих испытаний. Так, я сейчас, 20 минут. Окей, продолжаем. Осталось 30 минут. Так, это прочли, да? Там было про детей. То, что не отторгается. Это то, что мальчик описывал. Правда, странно тогда, почему... У него все получилось, ну, типа, он выжил.
Что там? Ой, это завод. Ой, это завод. Похоже, мы добрались до буровой. Да, и на сей раз Ирвин остался никуда не денется. Далеко прошли. Смотри, это Ирвин. Блин, я даже не помню, зачем ты это сделала, ёб твою мать. Ну. Чем он тут играет? Ладно. Не по телу стреляй, тупая ты! Пиздец, я не могу это описать словами. Видимо, надо колонки эти выключать. А, все? Это было, кстати, несложно. Несмотря на все. Какие резкие движения. Вышли, блин. Хорош! Уйди. А вот там бьёт. А, там кто-то лазит. Так. А что мне делать-то с этим растением? Блин, а ничего не сделаешь. Ну, полезно.
I need ammo. Take this. Take it. Roger. Безумие. Okay. Безумие. Да я понял, я понял. Что ли? Никакую прикрою, блин! Ох, у них этот рычаг, потом его открою. Пошли. Сейчас встанет, что ли? Меня напрягает. Блять, да ладно. А что случилось-то? Что это было сейчас? Это было. Блять, так далеко, ну ладно. Look, it's Irving. Блин, а чё он выжил-то, блин, в прошлый раз? Я этого не понял. Okay. Ой, хер, он выжил. Ну, короче, бей его. Так я заебусь с ним, если честно. То есть его надо добивать в этот момент? Нет, но добить его тоже бесполезно. Эй!
я целился вообще-то. Кто-то живой, что ли? А, ну да. Блин. Take it. Roger. Не, ну завалить-то его могу. Я не знаю, насколько типа он выживает постоянно. Типа его завалил же. Но он все равно встал. Выглядит очень натянуто. Мало того, что оттуда кер убежишь. Платформа маленькая очень. Пешка все запрыгивает, надо туда прыгать, вот и все. Вот и все. Он туповатый, это, конечно, да. Еще разок осталось. Продушил его и ушатал его. Да. А что, он живой-то до сих пор? А что он заглох-то? А в прошлый раз встал. Не понял. В чем разница-то? Ладно. Бежит. Теперь сюда. Больше проходов-то нету. Дверь не открываю, нафиг кому надо. Музыки никакой нет. Да ты издеваешься. Прямая. Нам.
закончится. Это печалька. Да, хорош. Отойди оттуда. Она все портит порой. Так, мне нужно оружие поменять. Сдуем. А что делать-то, кстати? Надо разойтись как-то с ним. Ага. Дурачок, что он пошел? Вот он прочный в этот раз. Да обалдеть! Ты умирать собираешься ты? Один уже, обалдеть. Наконец-то! Он сейчас встанет. А, нет. Заглохло. У них ХП разные. Абсолютно разные. Осталось 11 минут, кстати. Ну, это было быстро. Вот это вообще-то надо было взять. Ты что взяла? Что это такое? Ну взять. А, у меня снайперские закончились. Нихера себе. Место кончилось. А, пошли дальше, разберемся. Ужас какой. Да ладно. А мина вообще исчезает? Нихера себе.
Джош? Джош? Ну, принц. Шива? Шива? Ты жив? Ты в порядке? Как ты тут очутился? Мы были в порту, когда нас напали. А потом, вот, я оказался здесь. Где вся моя группа? Черт. Нас только теперь трое. Почему вы не ушли? Черт, нам же не под сил с ними справиться. У меня тут осталось одно дело. На жестком диске с данными по биооружию был один файл. С фотографией подруги Криса. Подруги? Я не уйду отсюда, пока не найду Ирвина и не выясню, что за чертовщина творится. Ладно, болтать будем позже. А если прострел был бы? Все, прикрой меня. А, прикрытие? Нет! У меня патронов нет, какое прикрытие нахуй. Да, блять, он успел встать. Все окей. There's bound to be more of them around. У нее фликшот был сейчас. Ой, бля, я его не видел. Согласен. Быстро в лифт. Живей, живей. Ай. Это сейчас дохну. Блять, валим. Да ёб твою мать. Чудо юга рыбаки идет. Заебало. Нам пизда. Ой, блять, это пиздос. А что нам делать-то, ё-моё, как быть?
пизда. Окей, got it. Тогда заходим. Уйди нахуй! Что такая дверь? Чё, блин? Ты в порядке? Да, вроде бы. Я в норме. Похоже, Ривен решил взорвать тут всех к чертям и смыться. Мы должны остановить его, пока не поздно. Я поищу, как нам выбраться отсюда. Отлично. И мы тогда за Ирвином. Хорошо. Так, там впереди доки. Скорее всего, туда он и направляется. Все поняла. И Джош, будь осторожен. Это очевидно. Пойдем быстрее. Okay. Так, отлично. Вообще, ладно. Не все. Это лодка Ривена, вперед! Иди сюда! Забылась еще. Блять, ну ладно. Нам туда или сюда? Пошли сюда. Подозрительно, да? Take it, Roger. Вот он. Погоди, это же... Отличный расчет! Мы двое поспели как раз вовремя на праздник фейерверка. Постой! Я его ненавижу. Ты меня слышишь? Я раздобыл лодку. Я на другом конце дока. Жми сюда поскорее. Время? Ёбана в рот. Ладно. Блять, я гений. Ой, а это плохо, там собаки. Ой, это не заметил. А хорошо, пошли. Да бля! Туда, скорее! А эти откуда вышли? Скорее, нам надо идти. В порядке? Попал что? Да. Глава 3-2. Нормально. Какие 36 минут? А, ну может он не засчитывает поражение?
Ну, может быть так-то, да. Ну чё ж, тогда все. Готов, тыкаю, и типа сейчас он сохранится, мы закончим. Что там с Ирвином? А, ладно, далеко он уйти не мог. Джош. Спасибо. Кто был на ряду? Она в гости. Я ими займусь. И мы тебя прикроем. Сохранение. На этом мы и... На этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншот обзора саундтреки. Вы можете рекомендовать игру, правда там очередь огромная, вот, поэтому придется ждать. А так, всем спасибо и всем пока!